Всем привет, с вами Влад, и сегодня будем играть в игру под названием Battlefield 3. Ну что ж, у меня пока не загружается. Battlefield 3. Сейчас, может, чуть-чуть меньше. Нифига, ультра, вы чё? Совсем что ли? Да ну нафиг, давай где-нибудь. Давай все-таки низ, какая разница. Мне все равно на чем играть. Сейчас. Ну все, начинаем. Так. В смысле? What the fuck? Есть какая-то другая компания? Давайте на легко, потом будем на среднее, потом на сложно. Это будет очень сложно. Так, идет карта задания Semper Fidelis. Сразу. Ну что ж, у нас пока не загружается Battlefield 3. Так, ну, взяли, да?
пауза. Ты один? Science Row 3. Заодно скажу, мой второй канал будет в описании. Он называется Владислав Антонишин. Тоже смотрите этот канал, там ставьте лайки, тоже подписывайтесь на мой канал. Канал очень хороший. Ссылку я оставлю вам в описании. Так лучше? Ага. Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блэкберг. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18. Это... 18 часов назад мне позвонили из НАТО безопасности. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna tell him that. Тогда главное внимание. Выходные исходные через 5 минут приема. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим. Подождите. Так. Управление. А, вот. Паша. Огонь не там такой. Ладно, усвольное оружие.
начали! Определяйте цели. Это что, школа? Точнее, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Что это было? Надо сказать саперам, чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение! Мы примерно в 9 километрах от разлома! Здесь большой открытый перекресток. Стоп! Что ты идешь? Назад! Пропустим! Он ушел! Давай! Проходим двойками! Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся! Давай, Блэк, сейчас! Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Снайпер! Дымовая пошла! Где это, сука? Меня ранили! Затаскивай его! Быстро! Быстро! Пошли! Снайпер еще там! Террористы слева! Пошли! Не высовываться! Цепляйте лесу! Продолжай огонь! Меня ранили! Выведите засранца! Движение, движение! Пошли, пошли! За мной! Ты в порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Второй этаж! Гонить машина! Свои на подходе, свои на подходе! Всем огонь по зданию! Блэк, за мной! Боевики у здания на том конце стоят! Отходим с фланга! Движение! Вот там, там! Взял его! Две стены идут, справа! Готов! Попытка номер два. Ну, быстро. Второй этаж!
Готов! Снял его! Свои на подходе, свои на подходе! Всем огонь по зданию! Блэк, за мной! Боевики у здания на том конце стоянки! Обходят с фланга! Движение! Вот там, там! Той стены идут, справа! Снова контакт! Снайпер еще там. Прекратить огонь. Заходим внутрь. Давай. Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, Чав будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукин сын. Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Дерьмо! Слишком открыто! Я тут выйти к укрытию! Вот как не светиться! Не тормозить! Эти парни не местные. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Точно в отеле! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся, иду. Пошли. Двигаемся, иду. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться. Вперед! Там надо убить боевиков. Отлично, идем. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Все чисто.